вторник в Самарской области облачно с прояснениями, грозовой дождь, 23-26 тепла днем, ночью 17-19 выше 0. Ветер усилится, юго-западная скорость 5-7, порывы до 18 метров в секунду. В Сызрани облака, осадки в виде дождя, днем плюс 24, ночью плюс 19, юго-западный ветер, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурно, дождь с грозой, днем плюс 22, ночью плюс 18, юго-западный 6 метров в секунду. В Самаре облачно, дождь, гроза, плюс 23 в дневное время, ночью плюс 18, юго-западный ветер 6 метров в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 69%, температура воды в реке Волга 16,3, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.